Знакомьтесь, Леонард Зобел, предприниматель и соучредитель Реалисто. Он изучал юриспруденцию в Берлинском университете имени Гумбольдта. Долгое время он занимался недвижимостью, а в 2015 году Зобел вместе с Рувеном Розенбаумом стал сооснователем проекта Реалисто, инновационную блокчейн-платформу, помогающую привлечь инвестиции в проекты в области работы с недвижимостью. Его хобби – фотографии и старинные автомобили. Также Леонард является энтузиастом блокчейн и смарт-контрактов.